Всем привет, друзья! Я только что вернулся в отель SSN Pro, и сейчас у нас 12:30, уже почти ночь, и сейчас я буду пилить вам ролик, монтировать и выставлять на канал. Мы начинаем. В этом видео я вам немножечко расскажу об SN Pro, что это такое. SN Pro — это выставка спортивная, куда вы заходите, там огромное количество стендов стоит, огромное количество денег вертится, огромное количество красивых девчонок, сочных таких, и огромное количество качков, атлетов и так далее. Там проводятся различные состязания, зарубы, а также первый раз происходило Vortex Sport Battle, где зарубались... Ну, как должно было быть, известные люди должны были зарубаться, но на самом деле набрали каких-то ноунеймов и зарубались вот какие-то непонятные челики, которых никто не знает. Ну, из известных там были Шреддер, Дима Кузнецов, Дэн Саратов, вот такие вот личности. Остальные, в принципе, команды просто собрали различных крутых атлетов, да, я не говорю, что они там не крутые и так далее. Они малоизвестные, да, но они ультракрутые, и была жесткая заруба между каждой командой. Я вам предлагаю сейчас посмотреть первую зарубу, это Fit Stars против Mutant Clan. Давай, не слышу! Ну что, зрители, атлеты готовы? Сегодня я с Fit Stars, короче, ребят. Красавец, чувак. Красавец, мужик. 3, 2, 1, старт! А за ним Григорий, парни идут. На третью игру! Поддержали! И Медведь переходит в трассу с двумя килями. Весом по 24 килограмма. А Грише нужны ваши руки и ваши клетки! Давай, Гриша, давай! Затащил. Следующая заруба Камышанов против спецназа. Как думаете, кто выиграет? Fit Stars. Атлеты готовы! Саня, мы рядом! Ой, красота, Санечка! Молодец! Как думаешь, чего не хватает? Сила, выносливость? Судейства хорошего не хватает. Серьезно? Судейство фигня? Да. Судейство фигня, ребят, тут. Частенько так бывает, но ничего не поделаешь. А что заслуживают? Типа повторение неправильное или что? Смотри, одному судят строго, другому поблажки делают. Блин. То есть это отвлекает, когда тебе не засчитывают одно повторение. Там, вот, допустим, у меня, я фиксировался сверху на подъем переворота. Мне нужно было фиксироваться. А Медведь делал нон-стопом. Выпрямил, пошел, а мне нужно было ждать судью. Капец. То есть не считали такие, когда я сразу делал. Fit Stars подкупили, короче, походу, да, судейство. Ну, там второй батл, там... Блин, ребят, я вашу футболку снял. Ладно, ну еще два человека, возможно, выиграть. Один остался. А, один? Да, мы, к сожалению, вылетели, но... Там Блуд, это жестко. Блуд не вышел против нас. А, нет, блин, странно. Ну ладно. Вот такая вот заруба получилась. Fit Stars одержали безоговорочную победу. И, кстати, я за них болел. Если вы тоже, то напишите об этом в комментариях.
Виктор Блок. Хотел узнать у тебя, ты сегодня не участвуешь? Сегодня нет. А почему? Воду ношу парням. В последнем, короче, видосе на Финстарс у тебя были вот эти штуки. Многие люди беспокоятся, что это такое? Плановая проверка. То повышаем эффективность. Со здоровьем все хорошо? Да, все хорошо. Отлично, спасибо. А, и все, что ли? Да. Финстарс выиграли, они в полуфинале. Видимо, Блуд будет завтра. Да, к сожалению, Виктор Блуд не принимал участие в этой битве, но, как он сказал, у него со здоровьем все в порядке. Видимо, он будет выступать уже в финале, потому что тут отбирались 3 человека, а не 4. А Виктора оставили, видимо, напоследок, как самого такого, знаете, как будто конфетка. Следующая заруба была True Gym против RD. Ждем следующей зарубы RD против True Gym. Я думаю, True Gym, скорее всего, выиграет. Посмотрим. 3, 2, 1, старт! А где обещанная поддержка? Четыре килограмма. Они идут на древо, друг! Дайте шума, зрители! Команды Rock to the Dream. Денис Сарата! Вот это шарума, вот это накал! Счет в этой зарубе получился 2-1. Ребята хотя бы не в сухую, но проиграли все равно. Заключительной зарубой данного противостояния между True Gym и Rock to the Dream. Поддержите, ребят, поддержите Александра! Как оцениваешь свои шансы на победу? Ребят, Артём Тарасов. Мы победили еще вчера. Серьезно? Красавец. Финстарс наши пацаны, поэтому тоже нормально. У меня есть подозрение, что в конце останутся Финстарс и True Gym. И будет жесткая заруба за миллион. Ребят, я даже столько химии в школе не изучал, сколько тут химиков ходит. Это просто пипец. Вот такой вот видосик, обзорчик получился. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, за кого вы будете болеть в финале. И увидимся в следующем выпуске. Пока!